Здравствуйте, добрый день. С вами разговаривает город Краснодар. Я Вячеслав. Мне 56 лет. Я приобрел электровелосипед, который называется Вольсбирия Камри 3.5. Очень хороший, что можно сказать, очень хороший транспорт. Возит меня на работу с работы. Иногда езжу за ним всякие продукты по мелочи покупаю. Вот, практически добираюсь везде без пробок. Практически. Вот. Конечно, электровелосипед очень хороший. Хватает заряда аккумулятора намного. Вот, вот во мне 100 килограмм. Он меня тянет. На нем я еду очень быстро, передвигаясь. Все на свете. Очень удобный. Спереди вот багажник для сумки, для документов у меня. Сзади я поставил вот такой грузовой багажник. Здесь могу я поставить сумку и ехать на работу смело. Пристегиваю резинкой и еду на работу. Вот так вот он выглядит, этот электровелосипед. Пришел мне вон в упаковке. Спасибо компании Тарантасик. Они мне выслали его в упаковке. Я его просто прикрутил колесо и вот по мелочи багажники прикрутил, на место все поставил, вот, и все, и начал на нем ездить. Ну, отличный вид транспорта. Вот, спасибо еще раз компании Тарантасик. Вот, единственный небольшой недостаток я показываю сейчас. Если компания Тарантасик меня слышит, можно написать чуть-чуть на завод, чтобы немножко изменили вот этот хомутик железный, который держит сидушечку. Вот он под двумя винтиками красными. Вот этот хомутик надо сделать так, чтобы вот эта труба, которая держит сидушку, был не один болтик, который ее держит, а хотя бы пару болтиков на этом хомутике, чтобы не опускалась вот эта сидушечка. Как я не закручивал вот этот верхний болтик под этими вот этими хомутами, верхний, так она все время у меня под моим весом, все-таки я 100 килограмм вешу, потихоньку опускается. Пока я не поставил вот эти два маленьких хомута вручную закручивающиеся. Ну и потом он перестал опускаться, она. Поэтому надо на завод написать, если можете, что пускай хотя бы сделают два болтика, чтобы держали вот эту сидушечку, чтобы вот эта труба седла не опускалась. Ну все, больше никаких претензий к этому электровелосипеду нет. Очень приятная техника, очень быстро передвигается, очень удобно. Можно практически проехать и по тротуарам, пешеходным дорожкам без проблем. Вот, спасибо компании Тарантасик. Вот. Дальше, ну вот я передвигаю камеру на себя. Вот я показываю себя. Вот, пожалуйста, я Вячеслав, мне 56. Очень доволен этим транспортом. Еще раз спасибо компании Тарантасик. Вот, катаюсь с большим удовольствием на этой технике. Вот. Ну, наверное, на этом я и заканчиваю. На фоне вот велосипеда я заканчиваю эту видеосъемку. Вот, до свидания. Если кто задумал такой приобрести вид транспорта, очень удобный, я скажу. Вот. До свидания.